Привет, все ракеты смотрящие. Ну что ж, лето в разгаре, река Резекне обмелела. И, как обычно, такое зарисовочка, как это все выглядит сейчас, июль 24 года, река Резекне во всей красе. Не очень многолюдно, но что имеем, тому и рады.
представленного видео. Все, наверное, помнят, на улице Латгальской в конце есть такой вот дом. Вот он в 11-м году, вот он в 12-м и так далее. То есть 14-й все время он в таком неказистом виде стоял, долго ждал своей участи. И, наконец-то, вот один из последних на улице Латгальской, он преображается. Вообще Латгальская за последние годы преобразилась значительно. Стала более такой по-настоящему городской. То есть из разрух превращается в такую, ну, вполне удобоваримую улицу. Вот видим, что и этот домишко получает новых хозяев и новое предназначение, так скажем. Всем удачи, всем пока. До новых видео.